Аграгарадок Яноўка Краснапольскага района па выніках леташняга абласнога конкурсу па санітарным стане і добраўпарадкаванні названы пераможцам сярод населеных пунктаў у сваёй катэгорыі. За што трымае прэмію 1000 базавых велічынь, а гэта 23 тысячы рублёў. Дарэчы, за чысціню тэрыторыі цэнтральная вёска Яноўскага сельсавета ў чацвёрты раз атрымлівае прэмію аблвыканкама і накіроўвае яе менавіта на добраўпарадкаванне. Так у аграгарадку нядаўна з'явілася забаўляльная пляцоўка для дзяцей. Мы сумели вот обустроить такую замечательную площадку. Мы очень рады, что нашим ребятишкам есть где поиграть. И не только сельским местным детям, но и тем, которые приезжают с города к бабушкам, к дедушкам. Вот они все собираются и днем, и вечером. Решая одну проблему, проблему благоустройства, мы решили проблему другую – укрепление здоровья наших деток. Чтобы они не сидели дома вечерами в компьютерах, с телефонами, а имели возможность выйти вместе даже с родителями, со старшими, со своими братьями и сестрами, именно на свежий воздух и здесь пообщаться и, ну, немножечко укрепить свое здоровье.